Всем привет, с вами Пенни Прец. Сегодня у нас понедельник, а это значит что? Это значит, что у нас сегодня старт нового розыгрыша. И на этой неделе у нас принимает участие в воскресном розыгрыше три лота. Это вот такой Parallax SSG-08. Это вот такой P2000 пистолет, короче, пистолет, который называется пистолет. И USPS неисправность. Все это вы можете выиграть, точнее не все вы это можете выиграть, а один из этих лотов вы можете выиграть в воскресенье. И для этого вам нужно поставить лайк этому видосу, быть подписчиком канала от одной недели и под этим видосом написать комментарий минимум из 5 слов. Ну и конечно же во время розыгрыша присутствовать на стримчике. Ну а кейсики крутить сегодня мы будем на изи дропе. Да, снова изи дроп. Вы скажете, ты ж на той неделе крутил изи дроп, и сегодня должен быть кейс батл. А вот не захотел я на кейс батле. Не хочу я крутить на этой неделе на кейс батле. В общем, я пришел возвращать долг изи дропу. Вот так вот. Уже открыт, да? А ёб твою ж мать. Точняк, я же вчера на стриме открывал, еще время не прошло. Ну, буду открывать вне стрима. Надеюсь, никакой годноты оттуда не выпадет, потому что мне будет обидно, если выпадет оттуда что-то годное. Что тут еще? На 500 рублей пополнить, да? А, на 250. Ладно, что мы будем делать? По традиции открыть вот эту херню, а на все остальное открыть. Или подожди, или может быть раз, два, три. Может, давайте мы не так. Мы откроем три древних кейса, а все остальное будем открывать. Вот, хочу открыть три древних кейса. А на все остальное будем открывать ширпу. Вот такая у меня стратегия по возвращению долга. Три древних кейса и потом ширпа. Ну а потом ширпа. Короче, пополнял я 250, промокод там все-таки нарыл, да. Вот видите, как офигенно получается возвращать долги. Просто нереально круто возвращаю долг. Вот так-то. Боги и... А, беги и прячься. Я, ёптать, прочитал. Боги и прячься. Так, что у нас тут выпало? Доступные для продажи. Вон оно сколько. Мы это все, конечно, продаем. Вот. И на вот эти вот уже бабки мы херачим ширпокейс. То есть я пытаюсь запутать изи дроп, чтобы снова он, короче, раздуплился и насыпал мне какой-нибудь годноты. В общем, я пытаюсь его как-то сейчас запутать, сбить его алгоритмы, сбить все, что там можно и все, что нельзя. Правда, не знаю, как это получится, да, потому что я не знаю вообще, что на алгоритмы влияет, от чего они зависят там, да. Но, тем не менее, пытаемся. Интересно, у меня ширпы сколько уже раз открыто? Ну, до сюда не дотянет, потому что здесь нож. И это на самом деле хорошо, потому что там было две ширпы. Ну, тут, в принципе, там тоже было две ширпы. Ну, хотя, если выпал бы нож, я бы обрадовался. Очень обрадовался. Возможно, даже закричал. Громко. Возможно... Охереть, вот это он как... Какой он упорный, как же он упорно тянет. Как же он прям... Если бы нож был перед, он бы тормозил изо всех сил. Вот как сейчас, например. А он тянул. Надеюсь, сегодня понедельничный ролик, который будет не на 25 минут. О, стой, пожалуйста. Но нет. Было близко. Ух, ты ж изи дроп любишь. Любишь же ты прям огурчать. Ну и радовать он тоже умеет и любит. Ну не знаю насчет любит, но умеет. Насчет любит я это херню сморозил.
А вот умеет это да. Заапгрейдили кто-то эмочку. Скоростной зверь. Вот ножи, блядь, вот эти ножи. А, ну там, в принципе, ужи были, он бы... Один хер до ужей бы не дотянул, потому что... Они тоже стоят бабла хорошего. П2000. Давай-ка мы это маленечко оставим для этих 10% апгрейдов хотя бы. Хотя бы что-нибудь на 10% апгрейды оставим. Ну, а то... Вот еще. Ужи на сковородке снова там, да? Так, вот эти вот оставим. Попробуем. Ну, а что? Я давно не делал 10% апгрейды. Давно, очень давно не делал. Поэтому хоть какое-то разнообразие, хоть какое-то будет разнообразие, потому что алгоритмы надо ему ломать, ломать конкретно. Конкретно ломать алгоритмы. Так, ну тут нечего. Тут все меньше 10 рублей, поэтому смысла нету пытаться. Оставляем все, что больше 10 рублей. А что-то дальше больше 40-то ничего не выпало. Что-то больше 40-то даже ничего не выпало-то. Подозрительно. Подозрительно. Не, ну в принципе, чтобы мне изичу вернуть в полном объеме, с таким депом, как я депаю, ему надо меня сливать. Если я буду каждый день по 250 депать, это будет 7 с половой в месяц. Сливать ему меня надо будет на протяжении 3 месяцев. На протяжении 3 месяцев. Вот, капец. Если 3 месяца меня будет изидроп сливать, я, наверное, прям это... Очень сильно огорчусь. Я очень сильно, наверное, огорчусь, если он меня будет просто 3 месяца сливать. Вот. Ну, если вы включились среди видоса, я напоминаю, у меня нет никакой цели. Я не преследую тут сегодня выбить какой-то сочный, смачный дроп, потому что у меня сейчас цель снова нарушить алгоритмы изи дропа, чтобы он снова выдал мне годные найсовые скины. Вот. Ну, вот эти три были приятные. Я уж не наглею, я уж не говорю про то, что там следующие три, они были бы еще приятней. Хотя бы перед ними вот эти три фиолетовых были бы очень приятные. Ну-ка, ну дай какую-нибудь фиолетовую пушку, а? Ну или грозу за 5 сотен дай. Не хочешь вообще, да? Не хочешь. Ну вот, на разок осталось. Три скина у меня должно быть для апгрейда. Блин, не забудь, что у меня фрикейс есть. Не забудь, что есть фрикейс, надо будет его еще крутануть. Вот ты как. Вот ты как, да? Да, все отлично. Давай летим в апгрейды. У меня есть 3 скина. Начнем по. О, ну давай, пусть будет FIF7 Retribution. Retributio. Или как? Я не знаю, как это переводится. В общем, кто хочет, переводите. Я как бы этим не хочу заморачиваться. Ломаем, ломаем алгоритмы. Ну все, сейчас еще один разок. И все. И все. И все. Все, ну, как бы тут нечего было ожидать. То есть нечего было ожидать, то есть, что надеяться на какую-то там победу. На какую-то победу надеяться не стоило, потому что... Нет, еще недоступно. Потому что, ну, торчу. Торчу я жестко, изи дропу. Вот, поэтому победы тут никакой быть не может. В общем, ребята, на этом все. Продолжать алгоритм из дропа я в любом случае буду ломать. Посмотрим, что из этого выйдет. Кто кого, да, как говорится. А на этом ставим точку. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, участвуйте в розыгрышах. Всем пока-пока.